87% всех теплиц страны построены в Южном Казахстане. В минувшем году их площадь увеличилась до 720 гектаров. Об этом во время отчета перед населением сообщил руководитель региона Аскар Мырзахметов. Также в области был собран рекордный урожай овощей – более 2 миллионов тонн. В животноводстве почти на четверть от запланированного перевыполнена госпрограмма «Сыбага». В прошлом году удалось экспортировать сельхозпродукцию на 300 миллионов долларов США, что больше намеченного на 13%. Что касается реализации индустриальной карты, то каждое третье предприятие республики построено в Южно-Казахстанской области, подчеркнул Аскар Мырзахметов. При этом 65% в сельской местности. Кроме того, в прошлом году в регионе было построено более 200 социальных объектов, большинство за счет местного бюджета. Всего в прошлом году южноказахстанцами было выпущено продукции на 2 триллиона тенге. Индекс производства вырос до 6%. Мы привлекли в регион инвестиций 400 с лишним миллиардов тенге. Причем 20% этих денег направили в малый бизнес. В результате были открыты новые производства и создано более 28 тысяч рабочих мест.